саженцы можжевельника горизонтального Blue Chip вырастают не более 30 см, а диаметр достигает 1,5 метра. На участке растения создаст красивый ковер из стелящихся побегов. Крупномеры издают прекрасный аромат и украшают любой земельный участок. На можжевельнике есть маленькие шишечки, их нельзя есть, поскольку они ядовиты. Растение очищает воздух в радиусе 10 метров вокруг себя. Высаживать его рекомендуется на хорошо освещенных участках с небольшим затенением. Можжевельник горизонтальный Blue Chip – это многолетнее растение высотой 40-50 см. Кустарник хвойный лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 100-150 см в диаметре. Можжевельник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола можжевельник горизонтальный Blue Chip можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – низкорослый. Весенняя окраска листочков голубая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.